чего начать? Как всегда, по традиции, с хорошего настроения. Ваше здоровье. Всем добра. Теперь все готово. Блюдо вок, конечно, требует тщательной подготовки, но обжаривается в считанные секунды. В первую очередь, для того, чтобы придать пикантный вкус, нам понадобится лук, чеснок и перец чили. Будет вкусно. Сейчас как раз наше блюдо набирает вкус. Чеснок, перец чили и репчатый лук.
Телячья вырезка с пекинской капустой, с овощами и соусом. Лапши 2.